Главное то, какой выбор он сделал. Выбор его по жизни переделал. Он пошел с ними на сделку, чтобы не сесть за подделку. Копы называют его тайным информатором, в клубе стукачом, фалоимитатором. Он не информатор, трюкач, говорю попроще, он стукач. Нет разницы, что все о нем думают, ведь теперь многие в тюрьме о нем думают. Как о звезде, а он из города исчез. Под свидетельской защитой с небес. Он не какой-то там стукач, паскудный. Он сексу секретный сотрудник. Никто теперь не знает, где его новый дом, а он в другом городе, незнакомом живет. Копы называют его тайным информатором. Копы называют его тайным информатором. А в клубе стукачом, фалоимитатором. Фалоимитатором. Стукачом. Какой-то там стукач, паскудный.